Здравствуйте, компания Прогрессавто. Обзор мини-трактора Mitsubishi MT2201D. Полноприводный мощный трактор Mitsubishi у нас поступил в продажу. Колея у него 100, клиренс 27 сантиметров. Для тех, кто любит цифры и подробности по этому поводу. Сразу покажу наработку. Наработка 600 моточасов, 609, если быть точным. По косметике, я думаю, видно. Сразу полы, кстати, тестили, все целое, никаких проблем нет. Ну, естественно, есть небольшие косячки по крыльям, то есть, ну, к сожалению, чуть-чуть порыжело, но ничего страшного в этом нет. Трехточка у нас здесь, трехточка простая, без гидрорегулировок, все механическим путем регулируется. Фреза 1,40 м Mitsubishi, ножи. Здесь еще, кстати говоря, есть огромный запас, то есть можно поставить ножи подлиннее, и глубина вспашки увеличится с 25 сантиметров до 30 и больше. Шины, к сожалению, есть небольшие следы растрескивания. Здесь я их сейчас покажу. Но ничего страшного в этом нет, так как это под елкой, соответственно, никаких проблем они не доставят. Боковины все прямо идеально целые. Также и передние шины полностью целенькие. По правой стороне трактор также комплектный, никаких проблем у него нет по косметическому состоянию. Двигатель, я думаю, слышно, что работает достаточно ровно. Ну, опять же, все хорошо, обороты набирает нормально, то есть никаких проблем с трактором в этом плане нет. Ну, естественно, гидравлика также все исправно, поэтому можно смело обращаться. Компания Прогрессавто, мы вас ждем. Такой вот отличный трактор будет продаваться в городе Улан-Удэ. Всего доброго, до свидания.